Сегодня в Адыгее власти ввели карантин по гриппу. На несколько дней будут закрыты школы и детские сады. С начала года в республике гриппом заболели 47 900 человек. Это на 80% больше аналогичного периода прошлого года. В Анапе ситуация под полным контролем. На сегодняшний день ни одного подтвержденного случая заболевания ребенка гриппом не зафиксировано. Школы и детские сады работают в обычном режиме. На сегодняшний день заболеваемость острыми респираторными инфекциями, а также вирусными инфекциями находится на постоянном контроле. Ежедневно мониторируется количество обратившихся за медицинской помощью, в том числе и на дому, и амбулаторно, и количество госпитализированных детей с этими заболеваниями. Роста заболеваемости среди детей на сегодняшний день не зарегистрировано. Тяжелых случаев госпитализации детей с респираторными заболеваниями и вирусными нет, и летальных случаев у нас тоже не зарегистрировано. Больше 30 тысяч детей, да, привито на территории муниципального образования, поэтому это, конечно, влияет на показатели заболеваемости на сегодняшний момент.